Beethoven. Что значит для меня быть здесь, делить этот момент с вами? Я могу рассказать. У нас сложилось просто исторически такое понимание, что есть сцена, есть артист, есть зритель. А мы привыкли к развлечениям. Хлеба и зрелища. Ничего не изменилось. И такой вариант тоже доступен, я его знаю прекрасно. Но не об этом ведь это все. Как история с этим драконом. Есть такая легенда, что жили драконы на земле. И их трансформировали. То есть есть одна версия истории того, что Бог их трансформировал в стрекоз, потому что они плохо себя вели. Другая версия истории говорит о том, что они сами себя трансформировали. Тоже как мы на это смотрим. Потому что человеческая жизнь настолько полна развлечений и хлеба, не остается времени на сознание, на глубину, на этот путь внутрь себя, чтобы даже просто обратить внимание на то, что я дышу, что я есть. Так построена эта компьютерная игра под названием жизни, чтобы было достаточно времени, в то же время его всегда не хватало на самое главное. Вспомнить себя. Вспомнить, что значит быть человеком. Вне каких-то расовых принадлежностей. Принадлежностей страны мира. У Земли нет стран. Это мы придумали. Плохих, хороших, темных, светлых, зеленых, синих. Это игра такая. Вопрос только... Дракон ждет трансформации, или он трансформирует себя сам? Потому что эта сила разрушения и творения находится в каждом.